Новый облик и современные методы лечения. В стоматологической поликлинике на Юбилейной проходят масштабные преобразования. Кроме ремонта помещений, в учреждении обновляют мебель и медицинское оборудование. Наша съемочная группа ознакомилась с этапом проводимых работ. Рассматривая первый и второй этажи, складывается впечатление, что это два разных здания. Наверху современный медицинский центр, внизу поликлиника советских времен. Но скоро этот объект примет единый облик. Масштабный проект пока в стадии реализации, но на сегодняшний день уже проделана большая работа. Мы отремонтировали крышу, мы поменяли практически все батареи. Мы постепенно меняем где-то процентов уже 70-80 цвета, поменено на светодиодные лампы. А еще проведен косметический ремонт во всех кабинетах. Чтобы завершить работы, остается преобразить холл и коридоры на первом этаже, завести новое оборудование и мебель в те помещения, где пока пользуются старыми. До 10 декабря в поликлинике появится 13 стоматологических установок и компьютерный томограф, позволяющий делать снимки челюсти в проекции 3D. То, как сегодня стоматология готова в рамках санэпидрежима, термометрия, бахилы, взрослые, детские, регистратура, наличие СИЗов, это все говорит о том, что стоматология современна, актуальна, а пообщавшись с пациентами, мы видим о том, что она еще и доступна. Детское отделение стоматологии в масштабных обновлениях не нуждается. Оно открылось в июне этого года и отвечает всем современным стандартам. Завершить намеченные планы руководство поликлиники рассчитывает летом следующего года. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.